Конечно, он требует вмешательства, гнезда переделать, кое-что там подшаманить, конденсаторы посмотреть. Диодики вполне себе живые, потенциометры посмотреть, в каком состоянии. Но основное это экселлеры, конечно. Старые диновские гнезда убрать. И будет хороший индикатор чиха. Где-то поставить его вместе с мониторами и пусть себе показывает. Ну что, вот я ее и закончил. Поставил ручечки, поставил кнопочки. Поставил гнездо. Все, это у меня через переходник сейчас включено. Не хотел джек перепаивать. А почему приходится поставить джек, а не XLR? Потому что разомкнутое гнездо в покое сильно шумит, если что-то не подключено. Ну, как-то так не очень. А так джек, понимаешь, оно на землю садится и в принципе все нормально. Так, вот можно чувствительности добавить. Так, мне очень нравится, как он работает. Вот. Даже где-то несколько штучек таких есть. Вот такой коротенький вот ролик про Теслу. Ремонта особого такого глобального никакого не потребовало. То есть, мне кажется, она вполне себе в хорошем состоянии. Вот все, что хотел сказать. Всем. Сейчас подключим микрофон. Вот. Да, еще хотел сказать. Мы тут занимаемся вещами, которые многие не желают или не могут заниматься. Поэтому, если интересно, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Подписка. Всем пока.